Друзья, всем привет! Решила сегодня на завтра приготовить яичницу с помидорами. Налила растительное масло в сковородочку, нарезала помидорчики, понадобятся нам яйца. Яйца в магазине купила. Желток у них желтенький. Разбиваю в сковородочку 5 яичек. Сегодня на завтрак у меня яичница с помидорами. Друзья, пойду зажигать газ и готовить яичницу. Время приготовления 5 минут под закрытой крышкой. Кто не подписан на мой канал, подпишитесь. Поддержите мой канал лайком. С вами была Алина. Увидимся в новом видео.